Привет, друзья! Перед вами крышесносный, убермилитаризированный шестиствольный выпуск Паша Тудей, а так как я и есть подкрепление, то мы начинаем. Вы же любите конференции? Вон, Bethesda тоже любит. В этом году они снова устроят презентацию и снова перед E3. Надеюсь, не в 5 утра по Москве, так как я очень жду анонса кампании, дату выхода Dishonored 2, а вы наверняка очень сильно ждете подробности про Doom 4. И часто задаетесь вопросом, почему выходит так мало шутеров с одиночной кампанией? Итак, уважаемые телезрители, на вопрос отвечает Клифф Ближинский. Именитый разработчик рассказывает, что обычно на создание одиночной кампании уходит 75% бюджета игры, а геймеры проходят ее за выходные, а потом месяцами играют в мультиплеер. В пример, конечно, не попадают шутеры с открытым миром, рассчитанные на многие часы прохождения, и в большей степени сюжетные игры, типа Bulletstorm или Bioshock. Хотя надо заметить, что и создатель Bioshock Кен Левин обеспокоен этой проблемой, так как следующая его игра будет хоть и одиночной, но нацеленной на многочисленные перепрохождения, выдавая каждый раз сюжет по-новому. А в новой игре Ближинский вообще никакого сингла не будет. Вот такие дела, привыкайте. А если вам что-то не нравится, то делайте свои синглы сами. Вот хотя бы с помощью игры Gunscape, где вы как в Майнкрафте можете сами собирать уровни для виртуальных побоищ. Хоть против других игроков, хоть для кооператива, хоть самому себе для пресловутого сингла. Карты можно собирать в разных визуальных стилях, классических шутеров, например, Doom или Quake. По-моему, классная идея, ведь никто не может знать вашу карту лучше, чем вы. Вам наверняка интересно, зачем я вас всех здесь собрал. А если вам надоели обычные стрелялки, то ловите необычную. Да, это та самая красная штука с замедлением времени. Суперход, пора запомнить. И выходит она для PC, Mac и даже Linux 25 февраля. Да, выглядит игра очень странно, но сама идея, что время движется только вместе с персонажем, поражает своей глубиной и в то же время простотой. И третий выпуск подряд постоянная рубрика «Новости про Division». Да, снова про бету. Судя по страничке в итальянском Xbox Live, она вернется 16 февраля и продлится до 21 числа. Для билибоев снова на день дольше. Как раз отдохнете от вашей половинки после насыщенного дня всех влюбленных. И на случай, если все рестораны в вашем городе уже забронированы, у Rockstar есть решение. Пригласите ее в GTA Online. Во-первых, там у вас есть достаточно денег, чтобы приодеться. Во-вторых, вы сможете устроить ролевую игру в стиле Бонни и Клайда. А что может быть романтичнее, чем умереть в один день? Только слезливые фильмы о любви. Например, Дэдпул. Сходите со своей барышней на него в этом году, а на следующий день всех влюбленных посмотрите режиссерскую версию, так как, по словам одного из актеров, режиссерская версия Дэдпула будет еще более зверской, и там все очень похабно. А если тебе не во что играть уже сейчас, и у тебя есть PS4, то специально для тебя вышло новое дополнение для Black Ops 3 — Awakening. На PC и Xbox One дополнение появится только через месяц. А напоследок, дорогой друг, лови прекрасный, утекший откуда только можно трейлер LEGO Star Wars The Force Awakening. Эх, когда-нибудь наши дети будут удивляться, что у LEGO игр есть офлайновые копии. А с вами был Павел Пивоваров. До встречи завтра в 20:00 на том же самом сайте. А тем временем фанаты Metal Gear ликуют, не фанаты Metal Gear просто любуются. Вы же помните, что чем бы вы ни занимались, всегда найдется малолетний китаец, который делает это лучше. Так вот, этот 16-летний австралиец уделал все КНР артами своей игры.